Всем привет! И сегодня я расскажу, как же сделать две цветокоррекции, как у iPayer. Все очень просто. Для этого нам нужна всего одна программа. Она называется Alight Motion. Ссылка на Alight Motion будет в описании. Ну что, перейдем в Alight Motion, чтобы сделать первую цветокоррекцию. Эта цветокоррекция очень подходит к карте Rust. Ну что, перейдем к созданию второго ЦК. Вот такие ЦК у меня получились, но у вас может получиться лучше, если постараться, если долго работать, если перебирать разные эффекты и так далее. А я должен с вами прощаться. Всем пока!